Я закончила картину. Сейчас я вам покажу в итоге, что у меня получилось. Название к ней я придумывать не буду, поскольку это абстракция. Я сделаю фотографию, чтобы вы могли рассмотреть и увидеть что-то для себя. Поскольку, когда я рисовала, ко мне приходили разные образы. И уже по окончанию работы, когда я убрала картину, куда-то сходила, вернулась, я увидела совсем по-другому, понимаете? То есть поэтому названия у этой картины нет, и здесь подписаны мои инициалы ИР, Ирина Ром. Так что вот, это моя первая работа. Мне было очень, знаете, так, вот муза, если приходит, надо ловить момент, когда приходит муза. Потому что если музы нет, может ничего не получиться. Телефон разрядился у меня, я вам не успела договорить. Вы можете написать в комментарии, кто что увидел. Мне будет это очень интересно. Потому что все видят совершенно по-разному. Я сделаю, конечно, еще фото. Может быть, на фото будет намного лучше видно. И буду ждать комментарии. Сейчас Милене буду презентовать свою картину. А можно было попросту показать? Ну, открывай глаза, да. Импрессионист. А это ТР. Это ИР. Ирина Романюк. А почему? Английскими написано буквами. А что ты пыталась тут показать? Это абстракция. Каждый видит для себя, что хочет. Я увидела дорожку в лес. Это какое-то объявление. Да? Да. И тут лавочка. Угу. Интересно, интересно. Нет, нет, не высохло. А, ну высохло такая. Давай этот оценку мне. Понравилась ли тебе картина? 10/10. 10? Спасибо. Едем в зеленку. Я уже не знаю, сколько времени мы едем. Дорога была ужасная. Едем в разведку на эти озера. Ой. Потрясло нас так хорошенечко. На улице очень жарко, но мы едем такой дорогой, видите, и тут тенечек. Поэтому я в майке, потому что хочу, чтобы у меня хотя бы плечи загорали, а не просто был загар, знаете, футболочный. Раздеваешься, а там у тебя футболка белая. Короче, у нас сегодня такие приключения. Я одела свой рюкзак, который, помните, я вам показывала, покупала его за 12 злотых. У меня там лежат бутерброды. На велосипеде бутылка с водой литровая. У Милены в корзинке черешня. А, и у меня еще лежит такая подстилка тоненькая, чтобы можно было еще посидеть. Обратно поедем на электричке. Не хочу я обратно ехать так же. Это не такая гладкая дорога, где едешь и ни о чем не думаешь. А тут приедем к месту, я вам покажу. Доехали мы до места, наконец. Не холодная вода, кстати. Это кажется, что холодная, на самом деле вода не холодная. Надо срочно купить купальник. Новый купальник. Так. А вон еще пляж, смотри, вон там. Вон. И там тоже пляж. Ну, все купаются, загорают, ничего. Мы сели в тени. Велосипеды слева. Милена справа. У нас черешня. И бутерброды с колбасой краковской. Руслан съездил куда-то туда и сказал, там тоже еще лучше. Но мы сейчас что-то, честно говоря, устали, пока добирали. Сейчас посидим и еще туда поедем, посмотрим, что там. Людей очень много, очень жарко. И в следующий раз будем уже готовиться, потому что сейчас мы ездили в разведку, чтобы узнать, что туда как.
Сейчас вам покажу. Ну, в общем, в следующий раз мы уже будем подготовлены. Как обычно, мы ходим на пляж. Ну, неудобно. У меня такая сумка есть классная. Мне моя тетя с Майами привезла. Она такая удобная. Туда все сложить можно. Отсек для мокрых купальников есть. Но она такая большая, что на велосипеде с ней просто будет неудобно. Я потом думала, покажу. Вот, смотрите, пляж. Как бы пляж на озере. Потому что я думала, ну как я смогу этот лето без воды пережить? Ну как? Да обыкновенно. Вот есть вода. Если жарко, можно пойти окунуться, дети все с кругами. И вода, кстати, достаточно теплая. Нормально. Сейчас приехали, тут какая-то пристань. Мы ехали босиком, потому что в сандалии не могли одеть очень много этого песка. Едем босиком на другой пляж куда-то. Потому что у нас тут утки, смотрите. Он плавает. Ой, телефон надо держать, он же может упасть туда, в дырочку. Здесь же щели, видите? Телефон, если ребром упадет, то все, уплывет. Здесь русскоговорящих больше, чем поляков. Мы сегодня встретили. Кругом русская речь. Сегодня работают магазины. Вот мой этот рюкзак. Очень жарко на спине вообще. Милена поехала уже клубнику завести домой. А я жду Руслана. Он пошел за огурцами, помидорами. И будем уже идти домой. Так что буду на этом прощаться. Увидимся с вами завтра, потому что очень устали. Всем пока-пока.